Вместо моложавого мужчины – седовласый пенсионер, задержанный ровно год назад за взятку глава городского департамента строительства. К началу суда изменился до неузнаваемости. С обвинением согласен, сожалею о том, что сделал. Необходимо будет средства лечить жену, серьезно болен, но он серьезно болен. Ну, смолодушничал, решил поправить так положение свое. Я ответил на ваш вопрос, комментариев не будет. Подробнее об этом и не только. Сегодня в 7 вечера в программе «Кстати» на телеканале Че.